Не успели гаишники вынести на дороге камеры, а управление ГИБДД уже тонет в заказных письмах для нарушителей ПДД. За последний месяц весны дорожные стражи зарегистрировали просто пугающее количество машин, превысивших скорость. За май месяц центром зафиксировано 19 222 нарушения правил дорожного движения, превышение скоростного режима. Это в крае? Это во всем крае, да, всем центрам. Но я думаю, что порядка 80% это все-таки город. Начиная с апреля уже зарегистрировано 27 499 нарушений ПДД. Это на 39 случаев больше, чем за предыдущий год в целом. Такая статистика не может не удручать. Как и тот факт, что год только начался. Июнь уже обещает быть ничуть не милосерднее, чем май. Я думаю, что июнь ничем не лучше. То есть, ну, с начала июня, в принципе, сколько? Ну, порядка 2000 нарушений у нас уже зафиксировано. В этом году в один из дней у нас получилось почти 2500 нарушений обработать в сутки. Откуда же на гаишников внезапно свалился такой шквал работы? Конечно же, снег растаял, теперь водители могут и поноситься с бешеной скоростью по сухому асфальту. Но дело не только в этом, но еще и в том, что и сами сотрудники ГИБДД стали работать лучше. Почта начала самостоятельно печатать постановления и сама их конвертовать. Раньше мы это делали все сами. За счет этого высвободились дополнительные руки, мы стали больше обрабатывать сутки нарушений. Теперь же денег дали больше, и они спешат реализоваться. А дорожные стражи молятся на выданные финансы. Как бы хватило до зимы. Ведь то ли еще готовит. 2014 год. Никита Гребенников, Максим Лобачев, ЗапТВ.